Сьогодні ми завітали до Миколаївської дитячої музичної школи номер 2. Щороку вони святкують у вузькому колі різдвяні свята. Наразі запросили і нас до себе, тому насолоджуйтесь якісною музикою та знайомтесь з новими друзями нашої програми. Наше обучение не зацикливаются, скажем, только на выполнении учебных планов, но все-таки есть вот какая-то творческая, идейная, фантазийная, я бы сказала, составляющая. И, конечно же, это в первую очередь труд педагогов, которые являются энтузиастами своего дела. Они не жалеют личного времени для подготовки к подобным мероприятиям и вдохновляют своей энергией детей для создания каких-то новых ярких программ. Девочки, расскажите, волнуетесь или не волнуетесь? Нет. А почему? Мы уже выступали очень много раз, и тем более очень привычно выступать в своей музыкальной школе. А вот есть дети, которые очень волнуются перед выходом, несмотря на то, сколько они выступают. Вот что бы вы, может, им посоветовали? Не волноваться, знать, что я знаю слова, и каждый, наверное, знает слова этой определенной красивой песни. И вы ее учили, и должны ее знать, и поэтому не надо волноваться. Зачем? Зачем просто волноваться? Мне кажется, было бы страшнее, если бы выступали перед кем-то незнакомым. Ну, чуть-чуть волнуюсь, потому что я хоть и выступала много раз, но это волнительно, потому что она и красивая песня, и мелодическая, но боишься неправильно спеть. Пришлось открывать концерт рождественский. И, конечно, как и любой исполнитель, я волновалась немного. Но вот я исполняла песню «Аве Мария», и тем же я хотела донести зрителю, что как будто я обращалась к самой Марии и хотела донести то, что нужно верить в самое лучшее, в самое искреннее. Это как обращение к Марии. Я уже 4 года играю на фортепиано и параллельно пою в хоре. Что тебе тяжелее, играть или петь? Наверное, играть. Просто петь, там только выучить слова и попадать в мелодию. А играть на фортепиано надо выучить и пальцы, и ноты, и все, чтобы музыка лилась. Thank you.
Мама Ельміри зовсім випадково натрапила на англійський різдвяний гімн та попросила доньку його зіграти. Я її учила по нотам, ну просто ми її знали, це була для нас не така дикотинка, поэтому і вона так швидко мені пішла. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Поем о Рождестве. Как ангел спустился с небес и дотронулся до человека своими крыльями. Альты мы поем внизу, соответственно. Мы как фундамент всего хора. На нас держится, можно сказать, весь хор. В хоре важно петь, чтобы слышать друг друга и подстраиваться. Дети даже маленькие, мне кажется, они более остро как-то все чувствуют, у них более чистые сердца, они еще не зашоренные, не замученные нашими проблемами. И как-то они очень живо это все воспринимают, и видно, что у них глазки еще светятся, в глазах горит радость. И поэтому хочется для них, чтобы это был подарок, который они сами сделают и поделятся своей вот этой радостью, вот этим добротом сердец, вот этой чистотой со всеми, кто к нам приходит на концерт. Ну вот, где-то в таком месте. Для чего такое вам сделали, чтобы вы на разных языках были? Я думаю, чтобы люди понимали, о чем мы поем. Может быть, чуть-чуть даже учили некоторые языки. Потому что все-таки музыка – это как бы душа, и душу нужно понимать. Мы поем хоть и на разных языках, но мы поем про то, как на Рождество приходит добро, счастье в дома людей. Яркие какие-то концертные выступления, тематические, они очень нравятся детям, потому что многие из воспитанников реализует себя в новом амплуа. Он может играть на том инструменте, который он изучает, а может выступать как ведущий, например, или в какой-то роли, связанной, например, вот с какими-то обрядами. Софійка цього року спробувала себе у сценці «Божий дар». До речі, всі ілюстрації для неї малювали учні музичної школи. Крошку ангела в сочельник Бог на землю посылал. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкою сказал. Елку срубишь, и малютке самой доброй на земле, самой ласковой и чуткой, дай, как память обо мне. И смутился ангел-крошка, но кому же мне отдать? Как узнать, на ком из деток будет Божья благодать? Сам увидишь, Бог ответил, и небесный гость пошел. Скинув елочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами, там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает в Рождество. Из дома в дом поспешно ангел стал переходить, чтоб узнать, кому он должен елку Божью подарить. И прекрасных, и послушных много видел он детей. Все, привидя Божьей елки, все забыв, тянулись к ней. Кто кричит: «Я елки стою!» Тот корит за то его: «Не сравнишься ты со мною, я добрее твоего». «Нет, я елочки достойна и достойней других».
спокойно, озирая с грустью их. Все кичатся друг перед другом, каждый хвалит сам себя, на соперника с испугом или с завистью глядя. И на улицу понурясь ангел вышел. Боже мой, научи, кому бы мог я дар отдать бесценный твой. И на улице встречает ангел крошку, он стоит, елку Божию озирает и восторгом взор горит. Елка, елочка, захлопал он в ладоши, жаль, что я этой елки не достоин, и она не для меня. Но снеси ее сестренке, что лежит у нас больна, сделай ей такую радость, стоит елочки она. Пусть не плачет понапрасну, мальчик ангелу шепнул, и с улыбкой ангел ясной елку крошке протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались, и сверкая изумрудом, ветви елочки впили. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан, и восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь, узнав такую, ангел, тронутый до слез, Богу весточку благую, как бесценный дар принес. Она грає на віолончелі 3 роки. Ну, віолончель не очень обычная, мне очень нравится, как она звучит. То есть она, контрабас более тяжело звучит, а скрипка очень высоко. А віолончель это что-то среднее, мне очень нравится. Для виконання в ансамблі обрали твір «Гарний настрій». Легко его играть, и очень хорошее настроение появляется, я вообще не волнуюсь. На концерте, дуэт с младшим братом. А, «Сиамский кот» — это джазовая пьеса. Это младший брат твой, да? Да. То есть, а почему он выбрал себе виолончель, а ты вот скрипку? Потому что он мальчик, наверное, ему легче с виолончелью, она большая, массивная, и звук у него массивный такой. А мне легче со скрипкой. Ля-л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 я
нині Христос народився в маленькій яскині. Дивная новина, нині Діва Сина. Діва Сина породила Марія єдина. Діва Сина породила Марія. Колядники, которые ходили из хаты в хаты в эти праздничные дни и поздравляли всех с Рождеством, желали счастья, добра, благополучия, они всегда как бы пели без сопровождения, но иногда, может быть, какие-то народные инструменты вставляли с кобза. А кроме того, акапельное пение – это, считается, вершиной хорового исполнительства, и поэтому мы должны детей приучать как бы к более высоким стандартам, более профессиональному, что ли, звучанию. Народився, славімо його. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все сили мами, радуйся. Домі цьому, і старому, і малому, дай Бог дочекати до Богоявління, від Богоявління до Воскресіння. 100 років вам жити, горе не знати, щороку в здоров'ї свята зустрічати. Христос народився. Славімо Його! Щедрий, щедрий, щедрівочка, народилась дитиночка, мати дитя сповиває, до серденька пригортає. Боженько мій, серце моє, славлю народження Твоє. Тисячі літ на Тебе свій з кротостію звіра чекав, а всі прийшов, все розповів, житле чоло в ніч подала, рано відкрив, море здолав, шлях до небес нам показав. Слава тобі, звісти Боже, слава, радуйся, діло Марія, слава. Щедрий, щедрий, щедрівочка, народилась дитиночка. Щедрий, щедрий, щедрівочка, народилась дитиночка. Мати дитя сповиває, зустріка крива дає. Боженько мій, серце моє, зважає. Тисячі літ на тебе світ скротився, звіра чекав, а всі прийшов, сяйвом сповів, щоком чолом ніч подала, правду відкрив, ворог здолав, шлях до небес нам показав. Слава Христу, слава, слава, радуйся, сила Марія, слава. Щедрий, 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 очка народилась, дитиночка. Зірка вночі квіткою горить, славля цвяті. А на цьому слові будьте здорові, з миром, спокоєм, з добрим здоров'ям. О, не вмирай, але ще раз. А на цьому слові будьте здорові, з миром, спокоєм, з добрим здоров'ям. Понимаєш, це вже фінал, поэтому давай. А на цьому слові будьте здорові, з миром, спокоєм, з добрим здоров'ям. Дай вам Бог відсвяткувати і на другий рік діждати. Ісусі з вами. Будьте здорові, ми вже йдемо, йдемо і за коляду. Вам дякуємо, ой, дай Бог діждати року нового, дай Бог діждати року нового. Ми ще повернем додому цього. Ой, дай Бог діждати року нового, дай Бог діждати року нового. Ми ще повернем. Oh.
На самом деле, вот если говорят, что там может посещение музыкальной школы может там мешает хорошей учебе, это все ну, не есть правда, потому что если ребенок учится организовать свое время, то есть он учится концентрироваться в нужный момент, в нужном месте, в нужном направлении, и поэтому чем больше он делает, тем больше он успевает. Это даже мы можем по себе. То есть если чем больше у нас всяких дел, то мы как-то вдруг все это успеваем. Точно так же и но дети. Но вы видели сами, с каким интересом они общаются между собой. Это и на репетициях. То есть мы их собирали в каникулярное время. Они с удовольствием приходили. Им интересно. Они общаются, обмениваются. То есть к нам они идут с удовольствием. Это не принудительно. Это никто их не заставляет. И те дети, которые выступают на сцене, им это нравится. Им нравится это общение. Нам особых усилий не надо прилагать для того, чтобы их организовать. Организовать, прийти дополнительно на какую-то репетицию, не по расписанию. Да. А если еще удаются, у нас получаются поездки куда-то на конкурсы в другие города, то это еще больше сближает, и вот у нас уже расширяется, у нас как, в общем-то, достаточно большая дружная семья, и, в общем-то, ну, мы как бы все близкие, родные. Праздник, любой концерт не обходится без каких-то радостных моментов, связанных там, со сладкими столами. Это педагоги стараются не забывать обязательно о таких вещах, потому что детям очень важны подарки, призы и сладости. Крепкого здоровья, любви, вдохновения во всем, чтобы этот год был полон ярких, масштабных мероприятий, впечатлений, эмоций и, конечно же, новых знаний. Якщо ви учасники дитячого колективу, творчі та завзяті, не мовчіть! Ми пропонуємо заявити про себе у нашому дитячому майданчику. Місця всім вистачить. Пишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані. Відповімо кожному.